Hello, друзья, добро пожаловать в игру GTA 5. Нет, не бей меня! Сколько месяцев мы не играли в GTA? Ну, ты долго, я-то чаще играю. Ну да, ты чаще. Что ты в это... Слушай, тебе не холодно? Бля! Нет, мне нравится. Я по стилю сегодня просто. Мне очень нравится такое пальто, оно сочетается. Я похож на какого-то наемного убийцу модного. В оранжевом? В оранжевом, ну, это такой, знаешь, цвет верблюда. Какой оранжевый? Это нормальная пальтишка у меня. Верблюда, да. Ты просто не разбираешься с ней в этом. А под цвет волос? Кто? Локомула убил вас из снайперской винтовки. Видимо, Локомула. Он сделал это моментально, потому что и ты тоже полегла, я смотрю. Мы одновременно упали, по-моему. Хорошо, ну, сегодня у нас что? На повестке дня мы купим Бэтмобиль. Расскажи, да. Да, мы сегодня прикупим. У меня, оказывается, какого-то макара. У меня сохранилось очень много денег. Мне даже 250 тысяч дали. И еще дополнительно. И сегодня мне Олег предложил купить Бэтмобиль, покататься, посмотреть. У нас... Мы записываем серию, когда еще есть хэллоуинские тачки. Не тачки, а разукраски, грим. В общем, короче... Ну, вообще-то да, я только не помню... А, вот он. Короче, давай. Я захожу покупать. Покупай, надеюсь, расскажи, что... сколько он у тебя стоит. Я надеюсь, что я смогу его купить. Путешествие, значит, где у нас? Warstock. Надеюсь, никакая зараза... Я в детстве зараза... всегда мечтала о такой машине, как у него. Я не сомневалась. Так, надеюсь, 3,7 ляма. Хипонома, 4 ляма. Так, в пентхаусе пусть стоит. Так, все продано. Да? Слушай, купила. И ничего для этого, ну, не понадобилось? Вот. А тут меня пугало. Видишь, ну и слава богу. Не, я не пугал, нормально. Так, как думаешь, сколько ждать? Ваше новое транспортное средство, если будет... Это мое? А, это твое? Я тоже такую хочу! Присаживайся, я тебя прокачу. Я ж свою сейчас заберу. Да не хочешь на моей прокатиться? Ну, а моя такая же, хотелось бы в свою сесть. Ладно. Там копы, это к тебе. Я тут покурю, постою. Ну, я не курю, в смысле, моя дамочка постоит, типа такая, типа я не при делах. Типа пока. Ну, вообще-то копы не ко мне, если так-то. А к кому? Товарищу, который нас убил, что ли? Слушай, кого не... Сейчас они никого не гасят пока. Молодые люди, вы за кем? Кого сидим, кого ждем? Здрасте. Чё это происходит? Привет. Так, как... Чё у вас там творится? Здрасте. Олежа! Мне звезду из-за тебя дали! Мне дали! Подожди, подожди, тихо-тихо-тихо. Значит, я просто заскочила на капот, мне дали звезду. Ты сбил двух копов, и меня убили. Интересно, девки пляшут. О. Ты знаешь, кто так поступает? Да, ты. Письки. Нет. Ты писька, я пользуюсь своей машиной. Беги-беги. Не, ну ты нормальный. Я, ну, стою, вообще-то, значит, вообще-то жду машину, да. Ты взял и... Кто летит на вертолете? А это ты... А где ты взял вертолет? Вообще-то у меня машина просто такая. Подожди, так над нами летает. Да что ж такое-то, у меня не управляет. Да я не знаю, люди какие-то странные, сбивают, всех убивают. Я тебя... Я тебя тоже сильно люблю. Ты же это хотел сказать? Да, конечно. В следующей жизни. Что происходит? Господи, что? Как я раньше жила в тишине и спокойстве? Копы сейчас собьют меня, я же буду виновата. Это GTA, понимаешь? Это GTA-шка. Ты понимаешь, что я еле-еле поднимаюсь на каблуках? Мне тяжело передвигаться. Понимаю, но я тут, мне тоже тут очень тяжело. Это твои проблемы. Я же как-нибудь пытаюсь, пытаюсь выжить. Ну не та же, не тот гараж. Я тебя не трогал, не тот гараж? Не тот гараж, да, у меня же два гаража, у меня куча тачек, мне их девать уже просто некуда. Давай, заряжайся, мать твою, заряжайся, сучечка, заряжайся, бля. О, лайк за попу моей девушки. Бля. У меня там просто попа такая в лосинках. Попка в лосинках, это хорошо. Я думаю, что она лайк должна заслужить. Даже я бы ее лайкнула. Да я, бля, давай вылазь, сука. Придется тачку взрывать. Может, бензином ее полить, я не знаю. Прощай. Олеж, ты вообще со мной в одной сессии? Вообще-то да. О, машинка моя горюшенька. Мне кажется, ты отдельно играешь. Мне тоже кажется, что ты отдельно. Ты там кого-то бензином заливаешь. Нет, кто-то шуметь начинает в микрофон. Что бывает, дошуля. Тут играют дети разного возраста. Взрослые дети, маленькие дети. А ты мне скажи, мы к каким детям относимся? Я думаю, мы относимся к тинейджерам. Так, мне надо позвонить механе и восстановить свою машину. Слушай, а как тут ездить? Как на ней вообще ездить? Значит, левый грибок зажимаешь, это ускорение. Ой, точно, я забыл. Блин, это я так давно не играл, что забыла, как ездить. Блин, полторы минуты ждать. Твою мать. Ну, подожди. Поэтому ты забирай где? Меня. Ты ну где? Вот по, на карте, видишь меня? Нет. Значит, два раза вниз нажимаешь, карта будет больше. Я знаю. Ты же сказала, что ты забыла управление, я тебе напомню. Да, блин, я хотела вообще в карту зайти. Подожди, я тебя вообще не вижу, где ты? А, вот. Я, наверное, черепом показан. Нет, ты просто...
Можно стрелять? Да, у тебя есть ракеты, пулеметы. И фары поднимаются. Это реальная Бэтмобилка. Понятно. О, стреляет! Блять! А меня зажало. Жопа какая! Вот тебе. Бум. Понятно, все. Залазь давай. Можно я как-нибудь сяду уже? Так залазь давай. А если я буду залазить, а ты ускоришься в этот момент? Нет. Давай, ты сейчас нажимаешь ускорение, а я на счет три выпрыгиваю. Давай. А как? Раз, два. А что такое ускорение? У тебя реактивный двигатель вон сзади. На что нажимать? На грибок левый. А, хорошо. Раз, два, три. У-у-у, пока. Ты никуда не улетела у меня. Я вообще-то нажала, я просто врезалась. Ну надо же нам выбирать нормальные трассы. Это обычная трасса. Притом она точно такая же в Лос-Анджелесе. Я боюсь, что она уже сломана. Лежа? Что лежа? Я знаю, что я лежа. Я уже много лет лежа. Ты мне сломал машину? Нет, дверь закрыта. Смотри, все закрыто. Да. Поехали. Раз, два, три. У-ху! Ты где? Не, я выпал, как обычно. Не получилось. Так, надо какой-то трамплин, наверное. Или... Мне мотоцикл нравился вообще-то в свое время. Вообще-то я хотела маски поменять, посмотреть. Маски поменять? На пляж, типа? Ну, типа, да. Давай, выставляй. Или ты где? Ты вообще жив? Давай выставляй. В вежливость. Давай, слышь, давай, ты что выставляй. Сидишь? Маски сидишь? Здесь. Ты туда побежал? Ты где вообще? Господи, я тут. Ну, понятное дело. Удобно стоять против движения? Ну, как тебе сказать? Ты на полосе встречки стоишь. Ой, люди, простите, простите, пожалуйста. Так, где моя машина? Когда ее восстановят уже, мать его? Ты мне лучше... А, все, ты выставил? Да. Маски на пляже, которые... Ой, ну, у тебя оранжевая машина, няшная. Ой, прошу прощения. А можно сделать Бэтмобиль оранжевым? Заказывай, идиот! Прошу прощения. Что, ты глюкнула, что ли, или что? Нет, я просто врезалась. Ой, я кого-то сбила. Понятно. Меня, я выпал. Как ты выпал? Ну что ж ты делаешь? У меня какой-то глюк, у меня не работает ничего. Вообще ничего? Ну, я бегаю, у меня меню доставки транспорта заглючило, и ничего не работает. Ладно, я сейчас за тобой заеду. Блядь. Ты, по-моему, сейчас разнесешь этот самый геймпад. Убей меня, давай на скорости, разнеси меня. Мне надо, чтобы я умер. Бля, давай. А куда же ты залез-то? Я думал, ты меня на скорости просто вынесешь, убьешь красиво. А что, расстрелять нельзя было? Можно, но это слишком банальный способ умертвления. А, прости, пожалуйста, машинка-то слишком банальная. Ну что, как тебя там разглючило? Да, вроде бы. А ты где? Сейчас. Ну, он на карте. Я понимаю, я не вижу тебя на карте. Вон я, ты спереди, а я сзади чуть-чуть. Все, понятно, где ты. Так, Эклипс. Да, ё-моё. 4 минуты. Ну, следующий так, запрос. Ну, так, все, я же тебе предлагаю. Давай сейчас ездим за масками. Так, была минута, у меня глюк какой-то произошел, видимо. Ну, значит, сидишь здесь. Я теперь не могу восстановиться. А меньше надо было взрываться. В смысле, не в этом дело. Лагануло я, когда у тебя сидел, лагануло просто. Все, уже нормально? Нет, 4 минуты ждать. Ну так жди 4 минуты, просто не клацай все время. Я не клацаю все время. Че ты набычился? Не, ты просто говоришь, что не делаю, я ничего не делаю, я просто говорю, нет, что игра говорю, глюкнула. Что? Нет, тут даже дело не в глюке, потому когда меня часто убивали, у меня отсрачивался, если, конечно, есть такое слово, восстановление машины. Первый раз слышу. 5 лет играю. У меня было, что сначала ждешь 1.5, потом 5 минут. Да, если ты ее заказал и взорвал, допустим. Вот ты ее заказал, взорвал, потом вроде ждешь дольше. По-моему, такая фишка. У меня нет. У меня было, когда меня ты то ли несколько раз меня взрывал. А, ты мне, наверное, ну, не суть важно, 4 минуты. Наверное. Так, нам направо сейчас. Я знаю, я вижу, у меня же фиолетовый отображен. Пока. Ты думаешь, есть какие-то мамы? Души не было, мы когда играли в прошлый раз. Да что ж тут помехи одни везде. Ой! Аккуратно. Да, нормально, двигает хорошо. Слушай, она получается бронебойная? Ну, как тебе сказать? Это я. На тебя бомбу сбросили, да? Мама! Смотри, бомбежка началась, видишь? Да, дошили, да. Кто это на нас? Вон человек на радаре, они там двое летают. Я вижу, над нами. Ой-ой-ой, успеем, выживем. Он там виражи, смотри, синим дымом вытворяет. Да я вижу. Нам не повезло, скорее всего. Летим! Попробуй найти какой-то трамплин красивый там, я такого рода. Я хочу сначала купить маски, потом мы с тобой поедем в аэропорт и там попрыгаем. В аэропорту, да. Я бы хотела, такой. Может быть, две... Бум-бум. Ну, не туда немножко. А ты уверен, что бывает? Нам... Да, я уверен, потому что метка там стоит. Все. Там меточка.
Так. Чиниться, учти, восстановление машины 20 тысяч баксов. Сколько? 20 тысяч просит. Я что, похожа на того самого? Бэтмобиль почему-то очень дорого восстанавливать. Так, стоять. Все, удачи. А что, ближний подъехала? А что, пешечком мне? О, смотри, какие качики. Так. Что это такое? Головные уборы. А мне надо головные уборы? Или это нас Панама? Ну, вообще, там? маски справа там. Вязаные шапы. Ух ты, какие вязаные. Но они какие-то стрёмные. Полевые кепки. Федоры. Не-не-не. А подожди, зомби нам не надо же, да? Ага, это не тактические. Стоит. По-моему, тут кого-то взрывают. Ой, блядь. Так, тактические, что еще тут есть? Стоять. Мы это все видели. Балаклавы, зеленые черепа. Байкеры, животные. Животные все старые. Животные. Ой, да, там, где звездочки, там нормально. Клоуны, там персонажи. Пси большая. Клоуны? Стоп. Это все было, это нет ничего нового здесь. Я же тебе говорю, ничего нового. Запугивание, может, запугивание? Может. Хотя, но это не то, по-моему. Монстры? Монстры, пакеты, лыжные малсы, маски, спортивные, монстры тактические. Разве были? Я не помню монстров. День Святого... Было. День Святого Валентина есть, а этих я не вижу. А зомби? О-о-о-о. Зомби такие какие-то. Если оно зелененькое, если оно в треуголках, значит, у этих звездочки, значит, это День Святого Валентина. Что, херувимчиком? Там можно быть херувимчиком! Думаешь? Да. Там есть маска херувима. Вот это круто. Так, я хочу монстра. Купила? Нет. Давай ты будешь херувимчиком. Не, я не буду маску. Но это Святой Валентин, понимаешь? Хоккейная блеклая. А, блеклая. Блеклая? Зомби красивые. Коричневые, плотоядные. Блин, где моя машина? Дайте мне мою машину. Ты выберешь себе какую-то маску, или ты без маски хочешь? Я не знаю. Ты давай скажи, какую ты хочешь, чтобы я маску купил. Я вот думаю взять что-то из монстров. Запугивание, оно какое-то такое. Блин, 40 секунд, зараза. Традиционно. Хорошо, давай маску какую-нибудь купим. Можно традиционно. Эй, а чел у меня не работает здесь. Загляни в другое время. Наверное, расстреляли, что ли, не? Не, у меня звезда почему-то. А, почему-то? Почему-то, да? У меня случайно звезда получилась. А, случайно. Ну, блин, бедная Лежа. Случайно. Так, монстры. Ну, монстры такие тут, понимаешь? Чисто маска. Ой, тут есть Ктулху, Олежа, тут... Что, прости? Тут морское чудище, божество. Долговой Джон Нагибатор. Это у меня контакт такой тут в телефоне есть. Слушай, тут можно быть зомбарем? Давай ты будешь Ктулху. Офигеть. Ктулху? Вот, смотри, тут какие... Скидочные, вот, не работает, у меня не работает. Я нашла сейловые. Тут типа, которые со скидкой. Хэллоуинские, это все со скидкой. Жуткий дворецкий. Я хочу быть Ктулху. Или демоном. Нет, Ктулху лучше. Мухой можно стать. Офигеть. Так, где тут? Я буду. Давай выбери Ктулху. Блин, я не могу, он не работает у меня. Может, потому что я стою? Вот, нет, потому что тут копы. А ты... Так умри. Не хочу умирать. Он не будет работать. Нифига. Тебе идет, кстати. Тебе очень даже в тему. Спасибо. Ты мог бы такого же взять. Там был подсвет тебе. Просто умри. Давайте убью. Где я умру? Тут он не работает, видишь, просто не работает. Так я тебя убью. У тебя звезда пропадет. У меня нет звезд. У меня нет звезд, ну, а... Ты просто умри. Вообще, у меня гранатомет. Лежа? Да. Блин, я думал... Хорошо, сейчас... Я не успела выбрать оружие. У меня появилось только колечко выбора, а ты меня убил. Ты знаешь, что так только письки ведут себя. Ну и ты тоже. Хорошо, я помер, сейчас, наверное, он будет работать. Так... То есть продавцу масок надо, чтобы я сдох, и только тогда он мне продаст что-то. Гениальный человек, понимаешь? Очень хитрый, он, наверное, на твоих патронах зарабатывает. Да, станцует еще. Я надеюсь, что в 6-й GTA они добавят там хероборды, скутеры какие-нибудь там, такие вот. Кого? Хера кого? О, магазин этих бульбуляторов, смотри. Где? Бульбуляторы. Ты бульбулятор. Смотри, прикольно. Где это вообще? А, вон, видите. Candy Box. Тут магазин, тут продают, короче, эти штуки. Чтобы дуть. Хорошо, объясни, чтобы дуть. Вон, видишь? Стоят штукенцы. А купить-то нельзя. Фига у тебя лицо. А ну, посмотри на меня, я хочу посмотреть твои прекрасные глаза. Интересно, а как Ктулху занимаются любовью? У них только, наверное, оральные ласки. А у них, наверное, как в этом, как в Футураме, да? Доктор Зоди. Станьте ли вы... А нету никого здесь, не работает. Работает? Серьезно? Нет. Я подхожу, мне нажмите этот самый вправо.
Нет. Подойди. Тогда купи мне маску. Да не работает, его там нет. Как я тебе ее куплю? Как я тебе куплю маску, скажи мне, пожалуйста. Ну, буду, значит, без маски. Ты будешь... Или подъеду в другое время. Ты будешь не сел... А ты вообще нормальный? Да, что? Ты сел в мою машину. А ты в мою, значит, никогда не садилась, да? Нет, ты должен разрешение мне был спросить. Нет! Хорошо, хорошо. А, ладно, ты мне будешь 20 тысяч, если что, платить. Все, как? Ладно, я понял, все, пока. Раз разрешение, я пошел, до свидос. Олежа, ну не будь же липкой. Ну, раз ты говоришь, что ты нормальный и надо разрешение, то я пошел. Сейчас вызову свою, у меня как раз 40 секунд, она что-то давно не вызывалась. Так, механик. Куда ты там пропал? Я вот стою на месте, ты просто уехал от меня. Где ты там катаешься? Ни на чем, я сейчас только вызову. Виджелан, давай, вот, отлично. It's coming at you. Давай, сейчас будет больно. Кому, тебе? Нет, мне больно точно не будет. Стоять. Спокойно. Что там творишь? Что? Ты что делаешь? Пока. Ты куда? Я уехал подальше. До свидания. Учти, машины здесь хорошо разлетаются, их встречные. Я знаю, ты тоже. Ты хотела мне под зад дать? Я тебе и дала под зад. Не надо мне под зад, давай я тебе дам под зад. О, нормально, так, солидно. Ой, звездочка. Олежа, ну мне звезда. Играем, я понимаю, ничего страшного. Играем в хоккей, давай. Я, короче, в тебя врезаюсь, ты в меня врезаешься. Хорошо, только я тебя потеряла. Я вот рядышком. Я улетела. Ой, я случайно машину сбила. Бывает, дошли. Это GTA, это не Sims, это GTA-шка. Тут можно убивать. Спасибо, тут насилие, спасибо, разврат. Что ты мне объясняешь, без тебя бы никогда не поняла бы этого. Просто ты удивляешься таким простым вещам. Я не удивляюсь, когда вы, люди, поймете, что я не удивляюсь. Боже. А мы не люди. Ты напоминаешь мне некоторых моих зрителей. Спасибо, надеюсь, самых хороших. Да, блин, да что ж такое-то? Так мы поедем в аэропорт? Ты мне уже окна все разбил. Ничего страшного, проветриваться будет. Я не помню, где аэропорт. Где-то здесь. Понятно. Сейчас я выберу аэропорт. По-моему, где-то вот здесь вот. Давай, на перегонки. Давай стартанем с тобой. Кто Подожди, первый? Я сейчас выберу аэропорт. Я уже... выбирай. Он, смотри, где находится. Он находится внизу. Вон там такая... Там два красных и самолетик. Я лишь уже поставила. Блин, ну, да прекрасно. Не поставила. Прекрасно. Поехали. Сейчас, ты где? Едешь прямо, потом направо, налево. Воу! Не сюда, не я сюда. Я знаю, у меня немножко улетело. Так, я сейчас тебя найду. Кстати, я от копов как-то ушла, учитывая, что я не уходила. Так, ты там где? Ну ладно, пока. Удачи. Стоять! Опа! Нормально! Ты что, не сбиваешь? Все, пока. Ты что творишь? Удачи! Смотри, не разбейся. Я первее. Молодец. А ты где? Как настоящий мужчина. Ждешь даму, так это джентльмен 20. Хорошо, ладно, я даю тебе фору, 5 секунд. Давай, раз, два. Ты понимаешь, что мне тут мешают люди? Я понимаю, мне тоже не мешают. 3, ты понимаешь, что мне 4. Да не, можешь ехать, не надо мне ждать. Я подожду тебя. Не надо, спасибо, я переживу. Я подожду тебя. Я переживу. Я подожду. Я переживу. Нормально. Ценное имущество. От первого лица попробуй. А, ёб твою ж налево-то, блин! Это все ты виновата. Чего, прости? Говорю, что ты виновата. Ты виновата. Чего? Что, я улетел? Виновата ты? Конечно, я виновата. Чё мне со здоровьем-то? А куда ты там улетел? Я вон по дороге проехал. Ты вернуться обещал? Куда? Ну зачем? Ты же как Карлсон улетел. А, в этом плане. Я вернусь, малыш. Только я вернусь уже в аэропорту. Да, в аэропорте. Знаешь, в аэропорту. Так делают люди, вот это, которые, допустим, давно играют, ты давно у нас играешь в GTA, и такого вот выпендриваешься перед теми, кто мало играет. С кем? Чем я выпендриваюсь? Не туда поехал. Подожди, а чем я выпендриваю? Ой, давай встретимся в аэропорту, я так... Ну, гонки, играю. Тут даже есть гонки, тут я есть такая фишка. Я карту уже не помню. Так мы же метку, ты меточку поставила? Я знаю, я вылетела. Тут это развязка. Что-то я тебя не вижу вообще, ты где? Я в обратную сторону поехала, Олесь. Понятно. Да, тут такая заварушка есть. Ну, потому что это ты виноват. Конечно, я виноват. Я всегда во всем виноват. Да, ты всегда во всем виноват. Конечно, я виноват. То есть я виноват в том, что не туда поехала. Да. Ты меня должен был вести как джентльмен. Куда? На аэропорт? Я сам дорогу не особо помню. Конечно! Я прям вижу, как ты ее не особо помнишь. Я жду тебя здесь тогда. Я понимаю, подожди, мне
По крайней? Подожди. По-моему. Там должен маркер быть, по-моему. Я сам понимаю, только по маркеру. Так я по маркеру еду. Сюда? Блин, да что ж так? Я ненавижу твою... Аэропорт. Да, тут бывает жестко, конечно, он ставите. Тут ты едешь в одну, потом он меняет тебе траекторию в другую. Как в жизни. Тут как в жизни, поэтому только в жизни она еще говорит, что развернитесь. Нажми. А здесь нормально. Вот, пожалуйста, вот теперь ты первая. Наконец-то. Ну, недолго, правда, первая. Смотри, не улети куда-нибудь. Стараюсь. Нам вообще-то вниз надо. Я знаю. И надо понять, где... Я уже внизу. Я уже здесь, я уже... Да я понял, я еще не спустился. Ой, я человека переехала. What the fuck, сказал человек. Таким вот голосом. Так, а ну-ка. Как ты умудрилась там съехать? А, тут где-то обрыв, по-моему, был. Нет, я просто слетела. Блин. У-ху! То есть ты без меня полетел. То есть, Олег, жди меня. Жди, давай, жди скорее, а сама полетела без меня. Я попробовала. Я понял, У меня никогда не получалось, и тут получилось альтуху. О, Фейс 01 здесь катается. Привет, Фейсик. Бля. Хоть раз у меня что-то получилось, мог бы за меня порадоваться. Я очень рад за тебя. Я тоже хочу попробовать, только так, я пожалуйста. Пока сейчас найду. Тут по кружку проедете, ты найдешь. Я слышу взрывы. Ой, медали 2000. А, ты именно там взлетела, где нужно? Да, как обычно. Ёпт. Вот удочки. Я падаю на какие-то ангары. Только выровняйся, пожалуйста. Выравнивайся. Надо в одной тачке лететь, либо друг за другом. Ну давай друг за другом, давай ко мне. Я вообще в жопе какой-то. Я не сомневался. Вот. Даша Пеликаша, я тоже так же тебе говорю. Сам ты пеликан. Я говорю Пеликаша, а не пеликан. Какая разница? Ласково, не ласково, все равно суть не меняется. Давай подъезжай. Я уже здесь. Где? Ты не тот трамплин юзаешь. А почему это я не тот, это ты не тот? Потому что ты не тот трамплин юзаешь. То есть твой это тот, а мой это не тот. Не мой, а трамплин, который мы делали изначально. Вот там он. Там такой же вот. Трамплин. Я понимаю. Но этот лучше, потому что он здесь. То есть ты тут берешь разгон, да? Смотри. Да. Смотри, вот тут берешь разгончик. О, кто-то заговорил. И вон он там впереди. Хорошо, я к тебе подъехала. Где ты? Остановись рядышком. Вот я. Давай лучше рядышком, друг за другом. Давай друг за другом. Сейчас я развернусь. Ай, фары не работают, говно. У меня вообще стекла побиты. Так, ну давай. Все, он Фабстер 2002, это он разговаривал? Да, он очень много разговаривал. Поехали. Пока у нас не взорвал, к черту, ты едешь? Ну, уже еду. Давай. Опа! Взлетела? Я взлетел. Я лечу. Я вообще не понимаю, куда я лечу. Я куда-то лечу. Тихо. На какую-то дорогу падаю! Падаю! Падаешь? Есть, где я жива. Упал? Бля! Я жив! О. Привет! Я тоже жив. Прекрасно. Теперь я за тобой буду. Хорошо. Так, значит, здесь, по-моему, можно взлететь. Ну, да. Ты уже взлетаешь. Давай теперь я буду взлетать. О, метро! Давай это же ход метро. Наверное. Так, значит, надо... Блядь, да что ж такое за говно? Тут нигде нельзя проехать нормально. Так, поехали, разворачиваемся. Сейчас нам походу направо. 2002, по-моему, от нас отстал. Да, он не особо не ехал за нами. Слава. Он выехал, там был Фабер и еще какой-то челик. Так, и куда ты делся? Сейчас, подожди. Так, вот я здесь, смотри. Я пытаюсь понять, как тут можно проехать аккуратно. Давай налево, отлично. Подожди, куда мы заехали? Да, какой-то по Мира аэропортовскую. Я знаю. Так, вот он справа. Бля, да что ж такое, это неповоротливый кусок дерьма. Вот он тут, и мы тогда едем в тот конец. Так, я тебя уже потерял. С этого конца пробуем. Ты по кругу поехал, что ли? Я там же, где Файбер этот вылез, или Фейс, или Файбер. Хорошо, объясни. Вот, я вижу его. О, Фабстер приехал. Фабстер, ты же не собираешься меня взрывать? Так, давай я очень, блядь, на это надеюсь. Так. Он что-то показывает. Он показывает лайк. Давай выйдем лайк ему. Если убьет, вот будет на его совесть. Да. Давай выйдем. Дорот. О, я такая классная. Нормально. Я очень няшная. Вот это хорошо. Мне кажется, он узнал нас. Зато я на Ктулху похожа. Я вон на тебя пальцем показываю. Я вижу, что ты на меня пальцем показываешь. Тут еще кто-то приехал. Тут куча народу приехала. Нормально. Вон, я же говорю, вон
Фаеса 01, Фабстер 2002 и Роуш. Три, и копы еще затесались даже. Че тут это, полисмен? Че вы делаете? Да. Что происходит? Че он там, заминировал мою тачку, что ли? Только не надо, пожалуйста. Я очень не хотел. Блин, прикинь, сейчас все сядем. Ну давай. И сделаем какую-нибудь эпичную трешню какую-нибудь. Трешню эпичную. Хорошо, объясни, так что, я первая буду ехать? Тихо, коп. Давай, я первый, ты за мной. Я первая. Давай, хорошо, иди первая, я за тобой. Так, вот сюда, да, нам? Да, едешь прямо по этой дороге, и левее, видишь там полосы, поехали. Так, тихонечко. Давай. Я второй! Так, выравнивайся. Я вижу тебя! Я ровнее, дурак! Равняйся! Есть! Равняйся! Я выровнялась. О, божечки. Тут, правда, трава какая-то, как будто бы ее расчесали. Слушай, а на мотоцикле мы летали здесь? Я уже не помню. Да, летали, нужно всем тут... Черт. Знак секшн не сбивается. Секшн. Это секшн эдюкейшн. Секшн. Тун-турун-тун-тун-тун. Так, ты говоришь, еще трамплин есть с той стороны, да? Ну, получается... Блин, я не туда выехала. Сейчас, давай. Если он есть с той стороны, то надо там запрыгнуть. Там. Да, там, надо смотри, там же как раз запрыгиваешь на стоянку. Вот он, да, точно. А, так вот он, да, точно, ты права. Ладно. Чего у тебя горит? У тебя всегда горит. Потому что ты меня никогда не слушаешь. Потому что ты никогда меня не слушаешь. Никогда не... Что, прости, ты там... Ничего пока, ничего. Все, меня ищут, тебя ищут, давай быстрее. Меня никто не ищет. Я не ошибаюсь. Да, тебя всегда все ищут. Ты всегда куда в поисках. Ты поисковик. Удачи давай. Так, вот, смотри. А, вижу тебя. Подожди, стоп. А, вижу, где ты? Стоп, я тебя на карте вижу. А, вижу. Нет, не вижу. Вон я справа просто. Давай, поехал первый. А, говнецо. Да, ну естественно. А что ты уже сделал? Я случайно копа задел! Я над стоянкой пролетел! Аэропорт еще! Почему нет замедленного? Раньше в замедленном показывалось. Замедленно. Я на крыше дома, слушай. На крыше дома. Есть, я ровненько приземлился. Тебе кто-то из наших подъехал, по-моему, ребят. Да? Нет. Да, вон они все. Фабстер и Фаеса, они рядышком. А, окей. Так давай к нам. Окей. О, да. Да-да-да. Я лечу. Пока. Я лечу. Так, куда ты едешь? А, это. Нет, это левый человек. Я плохо перепарковался, плохо. Я знаю. Теперь моя очередь быть первой. Твоя очередь быть первой? Ты всегда первая? Да, конечно. Действительно, чего? Всего. Ой, простите, прошу прощения. Чу, слава богу. Так, ты летишь? Так. Ну, как тебе сказать? Я уже, в общем, что это было, блин? Булка? Там кого-то булкой назвали. Кого булкой назвали? Drop it, булка! Drop it, булка? Drop it, булка! В меня коп врезался. Как мне отсюда выйти? Откуда? ЛСПиди. Я тебе такой сейчас ЛСПиди делаю. Нахер пошел! Не, ну копы нормальные. О, тут самолеты есть. Слушай, а эта машина против самолета будет интересна? Ну, я думаю, что это лучше уже оставлять на следующей серии. Ну, в принципе, может быть и да. Привет, копы. Классная тачка. Так. Мне нравится она. Правда, она у меня уже разбитая, в хламинос. Хламинос разбита, где ты? Хламинос. Я вот стою, жду. Возле трамплина. О, ракета, я как ракета, ёптель. Да ты и есть ракета. Спасибо. Особенно по утрам. Человек-ракета. Спасибо. Человек-ракета. Хорошо, хоть не газовый котел какой-нибудь там по утрам, да? Газовый котел, ты само собой. Понятно, спасибо. Большое, очень приятно. Давай быстрее. Куда быстрее? Я вообще-то катаюсь, тут прыгаю. Так чего ты не едешь? Я же хочу взлететь еще. Эпично. Я как-то не еду, потому что сложно это сделать. За мной коп, у меня две звезды. А что ты в звездах? О, я поп свою рассматриваю. А что ты в звездах? Блядь, да поп-поняшная. Придурок, нах. Придурок, ёпт. Нравится, заезжай, гнид. Конечно, давай, заезжай. Я вообще-то про свою машину говорила. А? Ну, ты едешь? Заетай, говнарька. Ну залетаешь, ёпта. Чё там? Я вижу тебя на карте, ты стоишь. Она не залетает, понимаешь? У нее проблемы. Так развернись. Ладно. И залети с другой стороны. Хорошо. Ты будешь... Ладно. Что, прости? Не-не-не-не-не-не, я сам собой. Да я тут за это самое залагал. Так блядь, что, да выйди за... Тебя подтолкнуть? Не надо. Ты что, на месте там все время стоишь? Да, просто стоишь, жду. На месте? Да, что мне делать? Я тебя жду, я разгончик беру. Ну, жди. Я минут через 30 буду.
Ладно, ребят, давайте посидим, подождем. Может, я сейчас музычку включу, знаете, как ты обычно? Хоть бы полетала бы сама пока, потому что у меня тут проблемка. А, ну хорошо, ладно. Просто потом будешь полетай. Дуться, ждет, ты без меня летаешь. Я дуться не буду, нет. Ты делаешь как хочешь, я делаю как хочу, все довольны. А, все, так будет, хорошо. Да, не в ту сторону меня закрутило. Вот, видишь? Да блин, да что ж ты будешь делать-то, говно? Там одна трава, здесь другая трава. Тебе трава не устраивает? Что тебе трава сделала? Так. Понятно. Слушай, может кого-то позбивать? Трамплин, конечно, весь... Ёбать, ты куда улетела в другую сторону вообще? Ну, просто немножко. Все с тобой понятно. Так кого ты хочешь позбивать? Да. Хорошо. Блин, тут забор вообще не разбивается. Вообще не разбивается. Тут заборы какие-то слишком уж мощные. Мощнее, чем моя тачка. Dude! Сбей человечка давай. Вот же выезд, смотри. Я выехала и врезалась в людей. Санта-Мария! Санта-Мария. Санта-Лючия-Мария. Нечего тут ходить. Ой, мне две звезды дали. Ой. Вот, вот это правильно уже. Ой. Вот это я одобряю. Ой-ой-ой-ой-ой. А то вот это без звезд, не убиваем никого. Чего, прости? Ой-ой-ой-ой-ой. Вон классный трамплин. Так, сам надо ты трамплин. Как-то боком. Сам я трамплин? Ты трамплин, у меня есть звезды. Давай в одну машину сядем. У меня проблемы. Ничего, я тебя перехвачу, давай. Где ты? Там ты у меня где звезды. Делась? Ничего страшного, сядешь в машину мою. И у тебя тоже будут звезды. Ничего страшного. Ты наверху, что ли, едешь? Да. Сейчас. Прыгай вниз, я... Нет, прыгни из машины вниз, я не могу пока. Сейчас, подожди. Я постараюсь... О, черт, копы. Бля. Сейчас, короче, до 5 звезд дойду, интересно. Не дойдешь. Так не дойдешь. Да? Угу. Ну ладно. Окей. Хотя бы до 3. Все. У-ху-ху! Жесткий замес. Я, короче, по встречке всех расстреливаю. Я понял, да. Кто тут у нас рядышком? Так. Лока и Ронаш. О, все тут, короче. Все тут в аэропорту. Я к вам разворачиваюсь тогда. Ёпты, вы что делаете, зараза, блин? Я вам свои звезды привезу. Давай, вези. Чтоб вам тут тоже эта жизнь медом не казалась. Надо мной за машина мной, крутится. Офигеть. Крутится тачка? Крутится, крутится, вертится тачка. Слетай давай же. Ой. Че, мы не едем? Че застряли? Слушай, а где тут съезд? Какой? Хоть куда-нибудь. О, вот нашла вас. Почти нашла. Там копы. Возле тебя, да? Где-то есть. Прыжок не выполнен. Я вот сколько играю, никогда прыжки не... Правильно. Ой, а как я ушла? А сфига ли я ушла? Я же убивала все. Привет. Что происходит? Что ты хочешь делать? Я хотела протаранить. Меня протаранить хотела? Да. Что ты творишь? Ну это же GTA, Татулька, тут надо убивать. Да, да, Жулька, это GTA. Да, Зулька, это GTA. Да, да, Фулька. Дофулька, ты дофу? Дофулька. Здорово. Ой, я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, люди добрые, что же вы творите-то? Давай в одну машину. Зачем? Ну так же интересно, или нет? То есть ты хочешь себе... Нет, так не будет интересно, так от копов улетаем. Мы от копов убегаем, уху! Может еще чем-то заняться? Давай. Под конец надо чем-то еще заняться. Вон я в аэропорт, например, лечу. Зачем? Ну, потому что там есть где раскататься, есть самолеты. То есть ты хочешь, чтобы я тебе показала, насколько я тебе быстрее? Я уже в аэропорту. Я пока ты только думаешь туда залети, я уже там. Я вообще-то давно в аэропорту. Я просто подкаталась. Понятно. Здрасте. Я уже давно в аэропорту. Я уже тут прям вот основался. Да я знаю. А где ты там? Блин, да не в ту сторону. Стрекая тачка. Стрекая, тут тачка классная. Она красно-оранжевая. И поэтому она классная. Да, я люблю красно-оранжевые цвета такие. Понятное дело. Куда ты там делся? Да тут, я тут. У меня копы, просто две звезды у меня. И что, у меня две звезды, я от них ушла. Ты что, уйти не можешь от копов? Ты какой-то странный. Открывайте, сучары позорные. Ёпта. Давай. Я лично в аэропорту, да. Я тоже уже давно в аэропорту. То есть ты никак не мог заехать в аэропорт, ты хвастался, что ты в аэропорту, а на самом деле ты был в аэропорту. Я самолет подкинул, а ты? Чего? О, каргобоб! Я сейчас каргобобом тебя подцеплю. Я тебя потащу, да? Тут я тебя подцеплю? Ну хорошо, нет, давай. Я просто заберу его. Понятно. Сейчас тебе звезд мы мало? Уберем копов. Я уберу копов. А, ты же у нас мажорненький, можешь копов убирать. <с- <с-
Они уже едут, Олежа. Они уже... Все, уже нет. Фаека 001 погиб. Печально. Бля. Так, опять? Ладно. Сейчас под меня подъедешь. Хорошо. Подъехала. Давай. О, цепанул. Полетели. Полетели, полетели. А ускорение вруби, вруби ускорение. Давай взлетим, может, сначала. Нет, оно в воздухе не работает. Да, не работает. Зато работает стрельба. Олежа! Что ты творишь? Не могу, ты тяжелая слишком. Поднимайся. Я не могу тебя поднять, ты слишком тяжела. Спасибо, зато я стрелять могу. Давай от земли оторвись и взлети. Да я ж взлетела. Так, черепашка, раскачивайся давай. Давай, я здесь снова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я под этот самый залетела. Если коп под меня подъедет, я копа схвачу. Леша, я не могу выйти. Что такое? Я застряла. Так используй ускорение, может, завязается. Нет, не могу. Я не могу встать. Помогите. Печально. Леш, подхвати меня. Не могу я там не сяду. Ты понимаешь, что я застряла? Понимаю. Подхвати второй самолет. Самолет не подхватывает. Ты меня никак, да, не можешь взять? Не. Надо, возьми другую машину, врежься просто. Но я вот присел в тебя. Ты в меня присел, хорошо. Хорошо, где я смогу... Спасибо. Спасибо. У меня взорвался самолет. Я самолет. Фишка в том, что я, допустим, еду, и ты на скорости влетаешь в самолет. Блин, меня фиг знает куда забросило. Мое было конфисковано полицией, поэтому я думаю, что мы это уже будем делать. Серьезно? Да. А моя еще, возьми мою, там рядом лежит. Ты можешь забрать ее? Да, сейчас пока я добегу. Вот, вот ее забирай. Сейчас бегу. Бегу. Забрала полиция. Вот ты нашкодничала, вот копы и забрали твою машину. А ты у нас прям не шкодник такой великий. Я не шкодник, я плохого ничего не сделал никому, понимаешь? Я вел нормальную тут светскую житуху. Все четенько, ровненько, гладенько. Я сейчас украду самолет, и я красиво тебя посажу. Чего? Так, я в машине вообще-то. Да? Давай кто первее, я до самолета или ты? Я уже в машине. Я понимаю, я тоже в аэропорту. Так я в аэропорту. Там кто-то присаживается. Я в твоей машине. Я тоже в аэропорту. Я понял. Хорошо, найди меня. Сейчас найду. Не найдешь, не успеешь. Не успеешь, не успеешь, не найдешь меня. Вон же ты. Ты в самолете. Удачи. Удачи. Куда ты полетел? Пока. Отдыхать? Ты же не будешь врезаться в меня, да? Я не успел это. Что ж такое-то? Тихо. Бум! Ах ты, пипка, ты взлетел. Нет, я. Это ты меня вообще-то подняла. Вот я ровно стою. Спасибо, Дашулька, спасибо большое. 20 000. Спасибо, спасибо. А самолет 5 миллионов стоит, между прочим. С меня 20 000 из тебя списали. Ах ты, гадостный самолет. Все, улетай давай. Гадостный самолет. Я покончила с собой, оказывается. Бывает, Дашуля, бывает, все бывает. Твоя машина немножко дымится. По-моему. Что, прости? Подожди, она, ваш личный транспорт уничтожен. Вы можете позвонить натуральным Моррисом, чтобы оформить страховочку. Нет, не надо страховочку. Но я ж не буду звонить, потому что Дашуля все уже оплатила. Нет! Я ничего не оплачиваю. Дашуля все оплатила, да? Я ничего не буду оплачивать. Кстати, очень классно в этой маске от первого лица, у тебя сразу все красное становится. О, тут Крыгобобчик. Вызови думаю, свою машину. Может, мы уже хорошо. Серию давай, да? Давай, я просто мог бы тебя поднять, мы этого еще так никто не делал. Мы это сделаем в новом ролике. Хорошо, друзья, мы это было GTA Online, даже купила сегодня Бэтмобиль за почти 4 миллиона долларов. Мы потестили, делали прыжки, то есть, ну, как план пересказ, да? Да, кратенький пересказ сегодняшней серии. Если вы, ребят, хотите, чтобы мы еще полетали, поугарали, обязательно ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на каналы. Всего хорошего, пока-пока-пока. Пока-пока.